Ну и, наконец, вопрос, есть или нет у наших войск на Украине. Говорим прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Срочную службу. Только закончил. Где служили? В Керчи. Где воевали? В Луганске. За кого воевали? За наших, за кого? За кого? За Россию. Вы тоже где-то были в Крыму? Он со мной был. Да, вы были в марте в Крыму? Конечно. Вместе мы. То есть это вы вежливые человечки? Да. Ребята, я низко кланяюсь. Вы вошли в историю вместе с ВВП, с Владимиром Владимировичем Путиным. Вы вошли в историю, вы об этом знаете? Все донбасские. Привет, Челябинск. Скоро будем дома. Салам алейкум, Дагестану, Аллаху Акбар. Здорово, браты. Привет, Чита. Привет, Улан-Удэ, Чита, Ясногорск, Агинск, Кусочи. С Калининграда тоже. Салам алейкум. Уфа, привет. Ну а Ростов, он здесь был всегда. Россия, бабуля, Россия, привет. Ребята, ты с Россией. Все здесь в России. Че, на рабочку едем? Да. На Украину стреляться. Стопудово мы теперь едем только по ночам. То есть мы целый день сейчас не еблали. Почему мы только по ночам едем? Потому что мы перевозим оружие и боеприпасы. Убивать? Убивать, а по-другому... Стрелять своих из автоматов. Ведь в Украине не враги, а вы идете брат на брата. Здесь нет фашистов, нет бендер. Здесь те, кто хочет лучшей жизни. Те, кто прошел через огонь своей измученной отчизне. Еще щемят сердца от ран. И плачут матери от боли. И поднимают руки ввысь. О боже, ну за что? Доколе? Хотите русские войны? Не верю. Ни за что не верю. И открываю, как всегда, своим друзьям я снова двери. Спасибо.